Всем привет, продолжаем Mass Effect 2. В этой части будем Гарусу помогать. Да, на лояльность задание будет. И мы отправимся, там склад какой-то был, да? А вот, кстати, где он? Внизу. Да, внизу он. Да, мы здесь были. Кстати, почему-то здесь магазин Закера. Нет? Ты фиг с ним. Придется рыбу кормить вручную. Я не могу поверить, что эти люди не отпустили нас улететь. Во что они превратили это место? Я услышал, о чем вы говорите. У вас проблемы? Это наше личное дело. Дайте мне шанс. Может, я помогу? Я даже не представляю, как. Получив место в Совете, ваш народ подмял под себя таможню СБЦ. Теперь тут 100 новых проверок и 1000 ограничений. Нас считают потенциально опасными в связи с проникновением гетов. Нам не разрешают подняться на борт корабля, чтобы вернуться в сектор Азари. Почему они видят в вас опасность? Вы точно не геты. Я не знаю. Они нам не говорят. У них есть какой-то список, в котором мы по какой-то причине находимся, а по какой — молчок. Кто не пускает вас на корабль? Я не знаю, кто принял решение. Нам об этом сказал какой-то щелкопер в порту для челноков. Может, кто-то из СБЦ? Посмотрю, смогу ли я чем-нибудь помочь. Я не буду слишком надеяться. Так, ну давайте сейчас быстренько узнаем, что это. Что-то я пропустил, кстати, этот момент. У Бейли? К челнокам. Просто сказали, кто-то из СБЦ. Ну. Или около челноков тех других. Тут их много. А, может, вот здесь, точно. Ладно. Чем я могу помочь вам, сэр? Я разговаривал с парой Азари. Они пожаловались, что таможня не позволяет им покинуть станцию, не объясняя причин. Можете вы с этим помочь? Я прошу прощения, сэр, но я не могу обсуждать вопросы, имеющие отношение к безопасности станции. Мы не можем допустить риск проникновения гетов. Раскрытие информации о том, почему за кем-либо установлено наблюдение, может поставить под удар тайных агентов СБЦ. Вы с ними говорили? Они похожи на агентов гетов? Ну, пожалуй, нет. Но никогда нельзя быть полностью уверенным. Послушайте, мисс, мне приходилось сражаться с гетами, сотнями гетов. Уверяю вас, что эти двое не могут быть их агентами. Им не хватает светового глаза на голове. Это ничего не меняет. Таковы уж правила, которых я должна придерживаться. Я не могу пропустить их, но я могу отправить их дело на повторное рассмотрение. Пока это происходит, они смогут отправиться. Чем-то я еще могу вам помочь? Пожалуй, это все. Спасибо за помощь. Следующий? Все. Хотя кто знает, может, они и геты. Фильм «Крикуны» смотрели? Вот такое может даже быть. Промониторьте. Фильм «Крикун», старенький фильм. «Крикуны». Итак. Хорошие новости. Мне удалось убедить их пропустить вас. Вы что? Как вам это удалось? Я указал на ошибки в их действиях. В свое время мне пришлось сражаться с гетами. Немногим такое выпало. Как неожиданно. Нам нужно подготовиться к отправлению. Завтра на Тейси улетает другой корабль. 40 опыт. 2 героя. 1000 кредитов. Как много, блин. И как мало одновременно. Ладно, погнали. Немножко отвлеклись. Ожидается закрытие фонда Сирота в конце финансового года. Фонд так и не оправился после нападения биотиков-экстремистов на один из его медицинских центров 2 года назад. Да, это мы все читали. Смысла сейчас уже нет, значит, читать все эти новости, потому что они повторяются. Так, а склад где-то здесь. Хирошимас! Похоже, это здесь. Его гранилы должны быть внутри. Сейчас зайдем. Это что? Реклама опять. Тупари. Теперь с декстраминокислотами. Стрельны. Ну ладно.
Подождите, это какой-то трюк. Он отослал меня сюда, лишь бы избавиться от меня. Я об этом ничего не знаю. Я 2 года добивался возврата. 2 года! Вы от меня так не избавитесь. Вы добились бы большего, если бы принесли заказ наряд и квитанцию. Ну да. Ладно, погнали. Тень, я представлял тебя немного по-другому. Внешний вид бывает обманчив. Итак, кто из вас хочет исчезнуть? Я бы лучше посмотрел, как кое-кто появится здесь вновь. Таких услуг мы не предоставляем. Значит, придется сделать исключение. Проклятие! Быстро! Убить их! Стреляйте, ублюдки! Почему бы вам двоим не спрятаться где-нибудь в другом месте? Прямо так? Вы ничего не получите за это. Какой же смысл платить охранникам, если они тебя не защищают? Мы кое-кого ищем. Это твой клиент. Не ко мне. Я не тень. Я просто на него работаю. Вроде того. Так и знал. Может, ты хотя бы поведаешь нам, где его найти? Да, конечно. Он в рабочем районе. На старой сборной Литейной. Я знаю это место. А, у него там полно наемников. Синие светила. Харкин думает, что они его защитят. Харкин? Кто же, черт возьми, этот Харкин? Он из СБЦ. Мы работали вместе, вроде того. Его недавно выгнали из СБЦ. Но он знает все их системы. Интересно. Но нам это ничем не помогло. Мы все равно должны найти его, чтобы добраться до Сидониса. Что ж, пойдем, нанесем Харкину визит. Нужно добраться до перевалочной станции, а оттуда сможем добраться до него. Итак, я... Могу идти? Конечно, но если мы не найдем Харкина, мы вернемся к тебе. О, хорошо. Взять такси. Рабочий район, где скрывается Харкин. Да, старые знакомые. Так, где? Вот, подождите-ка. Здесь больше точно ничего нет? Мало ли. Круганы реально исчезли. Так, ну теперь такси просто взять и все. Вот. Так, рабочий район. Закера, да, выбор. Рабочий район. Закера мы там были. Думаю, сейчас будут пострелушки. Так, возьмем Гарус обязательно. Грюнта. Да? Да. Вот и он. Шепард? Да не стойте же там, остановите их, остановите! Беги куда хочешь, Харкин, мы найдем тебя. Ой, да ладно. Фигня все. Замерзли. Бей. Так, да не успел добежать, грохнули его. Посмотрим, что здесь есть.
Здесь ничего. Погнали. Так, большой склад. Ну, в принципе, синтетики тоже замерзают неплохо. Так, что у нас там? Вон, бегут. Ой-ой-ой. В контейнере ничего. Смотрим, что здесь. Так, там что-то было, по-моему. Да, сейф. Ломать надо. Полторы. Ну, берем, что. У нас так мало всего вообще кредитов. По любасу нам надо. Берем все, что плохо лежит. Сейчас нам насыпят, в принципе, после этой миссии еще кредитиков. Харкин где-то рядом. Я чую его. Он чует его. Какой огромный... Ни хрена тут контейнерная. Огромная. Что там? Там что-то стоит большое, что... О! 900 нападет. Как тут чё-то совсем, эй. Это разбросали так. А, у нас панацелина полная, да? Тут что-то. Так, здесь что-то есть еще? 900, да, 900. Ну как-то, блин,
Там без меня начали. А, там вон чё, нифига. Хорошо. Почти. Еще, да, по мелочи. Ну ладно, все заберем. Так, это вот сюда, наверное, да. Это что у нас? Что? Откуда? Откуда? Какого хрена? Да, крепкий попался. Там напролом вообще чешет. Куда убегает, а? Ну как крепкий, а? Он замерз и рассыпался в комплиментах. Мне он 900... На, 900 кредитов сорвали. Сволочи. Иридий. К тяжелому. Панацелин. Консоль. 4500 берем. Надеюсь, никто нас тут не это самое. Не схватит за пятую точку. Ну и хорошо. Забрали. Ну, уже близко. You got it, right. Heading to cover. I'm going to ground. I'll take the shot. Take your cover. Hostile. Плотно. You got подальше. Держать позиции. Секунду. Да ладно. Грюнд, вставай. Вау, подлетел. Бренное тело. Так. Что у нас тут? Берем это. Вот эта штука мне нравится больше, чем ракетница. Это гранатомет, по идее, но он, блин, самонаводящийся и это как на ракетнице. Какого черта он задумал, этот Харкин? Сейчас посмотрим, сейф тут есть. 200 забираем.
Так, это вот она. И уже по этим примерно вот. По проводникам, по дорожкам. Поддельные документы, доставить поддельные удостоверения Калерии в район Закера. Отправим, журнал потом полистаем. Так, что у нас тут? Ты работал с Харкином в СБЦ? Да, от него уже тогда была одна головная боль. Но мне нынче не до игр. Если он не захочет помочь, я из него всю душу вытрясу. Мне кажется, ты слишком напрягаешься, Гарус. Харкин может знать, почему Сидонис хотел исчезнуть. Если так, то он знает, зачем мы здесь. И я не хотел бы, чтобы он предупредил Сидониса. Ты тоже это видел? Да, что-то было. Он готовится встретить нас. Что ты сделаешь с Харкином, если он откажется говорить? Он стал настоящим преступником, работает на синее светило. Я должен пристрелить его при первой встрече. Но живой он намного полезнее для нас, чем мертвый. Так что я не буду его убивать, просто сделаю больно, чтобы развязать язык. Это не обязательно, чтобы он заговорил. Не беспокойся, Харкин трус. Он заговорит задолго до того, как я сделаю ему больно. Как думаешь, что Харкин приготовил для нас? Не уверен. Похоже на промышленный комплекс. Кругом тяжелая техника. Там может быть что угодно. Там что-то есть. Возможно, еще наемники из синих светил. Харкин сам загнал себя в угол. Наверняка он что-нибудь припас для нас. Ты все еще хочешь убить Сидониса, когда найдем его? Такой план. Все пройдет быстро и безболезненно. Он будет избавлен от длительной мучительной агонии, в отличие от тех, кого он предал. Он этого не заслужил. Но меня удовлетворит и то, что он просто будет мертв. Гарус. Ты действительно считаешь, что смерть Сидониса решит все проблемы? Я знаю, Шепард, что тебе это не нравится, но я иначе не могу. Никак по-другому нельзя. Может. Но это личное. Я нажму на курок и буду жить дальше. Я только прошу помочь мне найти его. Что ж, выяснить это можно только одним способом. Я прямо за тобой. Так, хорошо. Они за нами идут. О, еще терминал. А тут уже какая-то плюшечка будет. Ладно, начать взлом. Так, не вижу пока. Вижу. Урон снайперской винтовки. Ну, само собой, тут даже без вариантов. Шепард, я подключилась к датчикам склада. Контейнеры в транспорте взорвутся, когда их сбросят. Это плохо. А вон Харкинг. А, стоп. Вот эти ящики падают. Ну, давайте. Нет, не в то место попал. Плёху. А вот еще. Ну, посмотрим, просто расколбашит их, нет? Что? Они уже здесь. Офигеть. Паника, паника. Дозевался. Хорошо, ладно. В каком-то смысле, хорошо. Почему бы тебе не отступить? Так, я вижу. Сразу замороженный приехал. Подкосило его. Что-то как-то тихо, да? Ой, нет. А не сюда. Got it. Incoming.
Ой-ой-ой. Опасно. Ладно. Погнали. Да ты что приклеился сюда? Тебе сюда не добраться, Гарус. Я хочу туда сгонять, чё. Харкин пожалеет об этом. Так. Во. 1200 тоже надо забрать. Плохо лежит. Ну, как-то... А, вот вижу. Да, тут прям варианты как-то уменьшаются. Тут выжидать надо. Хм. Тут не то, что сложно, тут они редко. Погнали. Вон он. Ай, дерьмо. Два тяжелых меха. Ты действительно думаешь, что можешь взять меня, Гарус? Так, я вот это, наверное, включу. И, наверное, все-таки с тяжелым постреляю. Он сюда идет прям. Так, все закончилось. Так, 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 так. Очень жесткие они были. Офигеть. Ладно. Так, здесь больше ничего. В смысле, не смогу. Ну, пока никого нет. Вы подобрались совсем близко, но этого недостаточно. Ну что, тень? Не удалось тебе исчезнуть, а? Да ладно тебе, Гарус. Мы же можем все уладить. Чего ты хочешь? Я ищу кое-кого. Что ж, похоже, у каждого из нас есть кое-что, что нужно другому. Мы не одолжение просим, Харкин. Да неужели? Ты помогал исчезнуть моему другу. Я должен найти его. Если расскажешь чуть больше, я буду счастлив. Его имя Сидонис. Турианец родом с... Я знаю, кто он. Только я ничего тебе не скажу. Харкин, можно все упростить? Да иди ты. Я не разглашаю информацию о клиентах. Это вредно для бизнеса. А знаешь, что еще вредно для бизнеса? Сломанная шея. Хорошо, хорошо. Только отвяжись от меня.
Это терминус так изменил тебя, Гарус. Нет, но Сидонис открыл мне глаза. Организуй встречу. Я иду. Да, это я. Есть вероятность, что у тебя могут быть неприятности. Поэтому и звоню. Высылаю своего агента. Где можешь с ним встретиться? Хорошо, он будет там. Не беспокойся, у меня все под контролем. Вроде все в порядке. Он будет ждать у входа в орбитальный лаунж в полдень. Ну, если ко мне все, я, наверное, пойду. Я так не думаю. Ты стал преступником, Харкин. Теперь что? Ты собираешься просто грохнуть меня? Это не в твоем стиле, Гарус. Убить? Нет. Я просто немножко поубавлю твой пыл. Убивать его совсем не обязательно. Ему не скрыться от СБЦ. Похоже, у тебя сегодня счастливый день. Да, надеюсь, скоро мы это повторим. Я его не пристрелил. Давай, пора идти. Лучше бы Сидонису оказаться там. Иначе мне придется вернуться и завершить начатое. Харкин мерзкий выродок. Не нужно было его отпускать. Он заслужил наказание. Не теряй на него время. Теперь с этим разберется СБЦ. Да, полагаю, ты прав. Спасибо за помощь, Шепард. На твоем месте я поступил бы так же. У меня был хороший учитель. Мне нужно подготовиться. Похоже, я отсюда могу выстрелить без помех. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Говори с ним и не подпускай ко мне. Я дам знак, когда он будет у меня на прицеле. Когда ты подашь мне сигнал, я выстрелю. Тебе лучше идти, скоро он будет здесь. Шепард, ты меня слышишь? Отлично слышу. Хорошо. Вот и он. Помаши ему рукой и поддерживай разговор. Давай закончим с этим быстрее. Ты на линии моего огня. Отойди в сторону. Послушай, Сидонис, я хочу тебе помочь. Не произноси это имя вслух. Я друг Гаруса, он хочет убить тебя, но надеюсь, что можно обойтись и без этого. Гарус, это что, какая-то шутка? Проклятие, Шепард. Если он двинется, стреляю. Ты ведь не шутишь, да? Да пошло оно все. Не буду тут торчать и ждать, пока все прояснится. Скажи Гарусу, что у меня тоже есть дела. Не двигайся. Отвали от меня. Я это все, что отделяет тебя от дыры в башке. О, черт. Слушай, я не хотел. У меня не было выбора. Всегда есть выбор. Они добрались до меня. Сказали, что если не буду им помогать, они убьют меня. Что мне было делать? Дай мне выстрелить у этого проклятого труса, Шепард. И все? Ты просто хотел спастись? Я знаю, что натворил. Знаю, что они умерли из-за меня. Я постоянно помню об этом. Просыпаюсь каждую ночь в холодном поту. Вижу лицо каждого из них. Они смотрят на меня. С упреком. Я уже давно труп человек. Не сплю. Еда. Не ощущаю ее вкуса. Иногда хочется, чтобы все просто закончилось. Просто дай мне шанс. Он уже расплачивается за содеянное, Гарус. Отпусти его. Этого мало. Из-за него погибло 10 человек. Если убить 11-го, они не вернутся? Они заслуживали лучшего. Скажи Гарусу,
Хотя, что там говорить, оправдываться нечем. Просто уходи, скажи, пусть уходит. Он тебе дает второй шанс, Сидонис. Не упусти его. Я обещаю, Гарус. Я постараюсь хоть как-то загладить вину. Спасибо, что поговорили с ним. Я знаю, ты хочешь поговорить об этом, но я не хочу. Не сейчас. Я понимаю, все прошло не так, как тебе хотелось, но мне кажется, это к лучшему. Я не совсем уверен. Дай этому время. Да. Может, этого будет достаточно. Я хочу знать, что поступил правильно. Не ради себя, а ради своих людей. Они заслуживают отомщения. Но когда Сидонис оказался у меня на мушке, я просто не смог этого сделать. Когда смотришь на знакомых людей, черта между добром и злом размывается. Да, в нем еще есть что-то доброе. Я вижу. Гораздо проще воспринимать мир, когда все в нем либо белое, либо черное. А серое? Я не знаю, как поступать с серым. Положись на свою интуицию. И я полагался на интуицию. И вот к чему это меня привело. Не будь слишком строг к себе. Спасибо, Шепард. За все. Давай уйдем. Я хочу поскорее отсюда убраться. Я с тобой. Ну вот такая вот у нас миссия с Гарусом получилась интересная. Так, новый уровень, 750, итоги задания. Больше ничего не мешает Гарусу заниматься делом. Проблема с предателем улажена. СБЦ гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Тыкс. Открыто умение Гаруса. Увеличивает урон, наносимый броне и здоровью. Хорошо. Новое снаряжение, урон снайперской винтовки, это отлично. Кредиты. Ну, судя по ровной цифре, наверное, мы все подобрали. 27 тысяч, да пойдет. Иридий, 2 тысячи. Блин, тут, наверное, кредитов выдают столько, если все миссии завершаешь, что можно в магазине, по идее, все скупить, да? Ну, это не точно, я не уверен. И закрыть отчет. Да, у нас все. Но тут есть что-то отдать. Что-то отдать. Надо в журнал заглянуть, да? Судя по всему. Около лестницы. Около Закера. Магазин Закера, что ли? Вот слева. Будет сейчас магазин. Уровень 7. Закера. Кафе. У лестницы. Кто у лестницы, что у лестницы, зачем у лестницы? Нет, неправильно. Давайте журнал глянем. Назначение, тучанка, тучанка, омега. Цитадель, ложное одобрение. Выполнено. Отнесите Азаре поддельные документы. Поговорить с Каларой. Кто такая Калара? А, ну было. Выполнен Азаре поддельные документы. А почему? Странно, без меня это сделали. Слушай, не та Азаре, которую они улетели. Ну ёперный театр, ну ладно. Так, у нас тут есть задания различные. Омега, груз, Иша и прибытие. Ну, прибытие интересное. Аманду Кенсон. Я думаю, там будет очень интересная миссия, это отдельная будет. Так, Омега, груз Иша. Передайте груз Ишу на рынке Омеги. Надо будет передать. Охота на пыжаков. Вернуться к торговцу. Странно, мы вернулись. Наверное, я скупил без скидки. Наверное, да. Хотя я у него спрашивал. И старая кровь, пропавший разведчик. Поговорить с начальником разведчиков. Хм.
А я не говорил, да? Ну ладно. А где этот начальник разведчиков? Я вроде говорил со всеми. Ну ладно. Посмотрим. Может, метнемся так быстренько. Все, по идее. По идее, все. Немножко странная там локация такая была, кстати. Все заблюрено было. Сейчас магазин сгоняю. Я до сих пор никак приправу не купит. Нет товаров. Да. Все, друзья, давайте закончим на этом серию. Увидимся, наверное, на Нормандии. И с Касуми, наверное, разберемся. Да, в плане лояльности. На лояльность пойдем с Касуми. Ее задание выполнять. Обязательно оценим видео, обязательно подписываемся. Ссылка на плейлист в описании. Всем счастливо, всем пока и всем удачи.